что, привет, народ. Сегодня я выплыл со своим сыном старшим на рыбалку. Попробуем поучить его ловить большую щуку, больших окуней, если она сегодня будет клевать. Ветер восточный. Тем не менее, сентябрь, начало такое у нас. То ли бабье лето, то ли еще лето не закончилось. Поэтому мы решили поплавать. Ждешь, пока утонет. Утонуло, закрыл дужку. Такой раз, два, три. Ждешь. Так, раз, два, три. Ждешь. Пробуй. Только жди, чтобы утонуло, чтобы прямо у тебя леска расслабилась. Дольше, дольше жди. Четыре уже много. Плыли на точку, будем смотреть сейчас, учиться. Вытаскивает тут уже сильно близко. Хочешь, одену такую же, чтобы смотрел, как я делаю? Одеть? Нормально было? Ну, нормально. Можно чуть дальше. Есть. Окунь, наверное. Не палка. Не-не-не, это не палка. Сопротивляется. Или щучка. Ну, похоже на палку. Либо это щучка, либо это палка. Не, скорее всего, хороший окунёк. Не, я щучка. Щучка. Маленькая. Я хочу сказать, что маленькая.
жалко, то, что маленькая. Ну, такая бодренькая. На, ее поводи, почувствуй, как она гуляет. Тихо, ты такой сильный. Крепко держи удочку. Вторую захотела схавать. Нет, не вторую захотела схавать. А просто ты ее сильно отпустил. Нет, сошла? Только не это. Ну ладно. Ну, она маленькая была, все равно бы ее сейчас отпустили. А нет, вот она. Все. Видишь, ловит твоя приманка. Расстроился? Да. Ну, бывает и такое на рыбалке. Кидай, лови. Смотри, видишь, натяг. Все, расслабилась. Тяни. Вот как я, видишь, кручу с такой скоростью. На. Что? Да по дну. Зацепился за ракушку, может быть. Ракушку поймал, наверное, опять. А в какой стороне мы были, когда только приехали? Какую сторону нам бросать? Ну вот как раз сзади. А? Вон, прямо по курсу. Куда смотришь? Поклевка была. Сзади или спереди? Сзади лодки или спереди? Сзади лодки. А, Димон, была поклевка. Это уже какая поклевка? Ну, получается, третья. Давай мы посмотрим. Зубы оставила она нам или нет? А что, зубы так слишком? Это дорогие. Ну, я имею в виду, поцарапала она нам приманку. Это поцарапала, которая из дома, которая... Не вижу, может быть, в поводок попало. Что такое поводок? Вот поводок. Ну ладно, попробуем еще раз провести. Слушай, вот спиннинг до 50 грамм, приманка 32, по-моему, или 34, груз 18. Поверху теста закидывает метров на 30, я думаю, это нормально. О, кидай-ка туда. Нормально, ничего страшного. Там, где она плюхнула, ее может уже там не быть. Может, она в ту сторону и отошла.
А может, это была другая рыба. Не хищная. Нормально, ничего страшного. Там, где она плюхнула, ее может уже там не быть. Может, она в ту сторону и отошла. А может, это была другая рыба. Не хищная. О, поклевка, да? Не, она сорвалась уже. Или есть? Есть, есть. На твои любимые ракушки. Ты чуть быстрее крути, Дим. И крути быстрее. Нет, там поклевка была, там на ракушку потом. Ну, может быть, не спорю. Только надо еще подсекать тогда, когда поклевка. Да, хоть? Ну да. Это у меня была поклевка. Теперь у тебя? Ну, видимо, мимо крючка. Да, мимо. Смотри. Вот. Зубки видишь? Оставила. Ну, судя по зубкам, не сильно большая. Так что кидай прямо. Крути медленно. Странно, вот восточный ветер сегодня, а клюет. Вот видишь, как я равномерно кручу? Есть! Ух ты! Давай, 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 тихо, 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 тихо. Ого, какой окунь! Да, да. Ничего себе! Ничего себе ты какого поймал! Держись, сфотографирую. Ура! Лови. Я его сейчас посажу на кука. Слушай, ну такой, грамм 500. Нормально? Да. На коптильню с тобой. Вот, Димон, ты уже поймал эту. Опять вот так вот сделал. Поймал? Вон. Давай, давай, давай. Тяни. Ничего себе. Это, наверное, щука. Подожди, подожди. Это щука, Димон. Тихо. Не срывалась. Хорошая щука. Тихо, тихо, дай, 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 дай ей. Держи, 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 тяни, тяни. Не давай ей. Не бойся, тяни, тяни, катушка. Хорошая щука, Димон. Тихо. Тихо, 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 тихо. Стой, 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 стой. Мы ее возьмем. Тихо, тихо, тихо. Подожди, дай ей отдохнуть. Да. Фух.
Это хуже той больше корт. Ну да. Здесь, наверное, килограмма полтора уже. Он почти на капельках держался. Да. Я думаю, что сосис. Да, я тоже испугался. Капелька, посмотри. Димон, ну ты сегодня вообще обловил меня. Да, глянь, вообще за губу. Открывай дужку катушки. Вот так? Да. Ну вот все, открой. И спиннинг убери вон туда, в ту сторону. Фотографироваться сейчас буду. Так, держи вот за эту. Вот за эту. И второй вот здесь вот снизу. Вот чуть дальше плавника. А что это за маленькие рыбки? Это не маленькие рыбки, это пиявки. Да? Угу. Кстати. Ну что, смотрим. Сколько? Ничего себе, килограмм 335 грамм. Твой рекорд запомнил? Килограмм 335. Килограмм 300. Ну, килограмм 300, да. Может, она что-то поела, попила, да. Да. Это называется забагрил. Что это было? А как это я так поймал? Ну, так вот поймал. За холку. Ну, а сам снимай. Оставляем? Ну, оставляй, как хочешь. Твой улов. А? Это твой улов. Тихо, за ухо меня не поймай. Я тебе говорю, рыбу ловишь, сразу леску отпускай, душку. Все, в руки поймал, полностью отпускай. И крепче держи, не бойся. Скользко. Будешь оставлять? Ты записал? Ну, да, записываю. Ну, он, наверное, не выживет уже, поэтому оставляй. Ну, затаранишь или кота. Сюда? Да, положи пока. Рыба тьма тьмущая. Собралась. Посмотрим, сейчас пройдем. Может быть, здесь даже остановимся половить. Ты видишь, сколько рыбы, Дим? Так. Ладно, недавно не ловил я на мегабас, на воблеры. 70-80 миллиметров. А вдруг? Взорвалась. Серьезно? Да, огромная. Ну ты лошара. А нет, обратно. Есть? Да. Нет. Выдумщик. Не, не выдумщик. Дай-ка. А? Дай-ка. Серьезно была поклевка? Да. Ну, они. Ну да, это щука была. Миша, она ударила тебя в поводок. На. Жаль. Ну что, товарищи рыболовы, обучение ребенка прошло успешно, я считаю. Обловил сегодня меня капитально, поймал. Три. Вытащил две рыбы. Три. Третья какая? Маленькая. Маленькая, ну, плотвичку, да, забагрил. Ладно. Ракушек поналовился. Короче, доволен, как слон. Я сегодня тут поймал только одну. Ну, что ж, бывает. Поколение растет. Вот, всем
До новых встреч. Классных вам рыбалок. Счастливо.